Три девицы на кресло мэра. Продолжается прием заявлений от кандидатов на должность главы Бузулука. Сейчас выдвинулись 4 человека, один уже точно зарегистрирован. Саблин Николай Алексеевич первый обратился в избирком и уже предоставил подписные листы. Избирательная комиссия их проверила и буквально накануне зарегистрировала действующего депутата Законодательного собрания области. Еще 3 претендента – это довольно молодые женщины, пока только выдвинулись и отправились собирать нужное количество подписей жителей Бузулука. Локоть Татьяна Анатольевна, 1986 года рождения, в сведениях указано место жительства – Ленинградская область, Кингисеппский район, деревня Недоблицы. Работает заместителем начальника управления развития и взаимодействия ОАО «Инвестиционный банк Бузулукбанк». Еще одна дама из того же банка. Сманцер Татьяна Александровна, 1984 года рождения, место жительства Оренбургская область, работает начальником отдела управления развития и взаимодействия отдела по работе с персоналом. И четвертый выдвинутый кандидат еще моложе. Это Побежимова Дарья Владимировна, 1988 года рождения. Живет в Бузулуке, работает корреспондентом на местном телеканале. Все 3 незарегистрированные претендентки должны предоставить весь пакет документов до 6 ноября. Это относится ко всем желающим занять кресло мэра Бузулука. 16 числа избирательная комиссия Оренбургской области определится с точным списком участников выборов, которые пройдут 22 декабря.